Дагестан, Самарканд. Сентября 2017 года, Самарканд, Регистан. И сегодня крайняя отправная точка отлета обратно в Россию. 12 августа 2017 года я прилетел из Москвы в Узбекистан, Самарканд, и отправился в путешествие по Великому Шелковому пути. Это осмотр духовных мест Самарканда, и в дальнейшем это дорога на Бухару, потом Хорезм, Хива. Затем мы совершили путешествие Сурхан-Дарья, вот, затем заповедник Замин, Миранкуль, Ургут, Кашка-Дарья. И вот отправная точка – это место основания Амиром Тимуром, это Регистан. Это красивейшее место, как знаковая точка, центр всего Узбекистана, Самарканда, Регистан. И вот мы только что прошли по этим прекрасным местам, исторической составляющей духовной силы Узбекистана. Отдых, саморазвитие, путешествия и Великий Шелковый путь, или же такой космический магический тур в Узбекистан, о котором мало знают в России и во всем мире. Во всем мире знают как Тамерлан, а здесь же больше известен как великий воин, царь, хан, завоеватель Амир Тимур. И вот это родина Амира Тимура, который сам из Кашкадарьи, из Кишлака, затем вместе с воинами вышел, завоевал Самарканд, остался здесь, а потом дальше пошел на Бухару и Хиву. И вот такое увлекательное путешествие на основе оздоровления, саморазвития, боевых искусств, а также набор силы и энергии на живописных местах Узбекистана. Регистан, Самарканд. 12 сентября 2017 года. Все исписано сусальным золотом. Лучше третий подняться и помолиться. Святое место, святые ступени. По ним самый высший мулла поднимался только до третьей ступени. На самую высшую поднимался пророк. Медресе Регистана. Такие комнаты, балконы, выходы, духовные семинарии.
путешествие в Узбекистан. Жемчужина Востока, древний город Азии, шелковый путь, Самарканд, столица Амира Тимура. И мы с вами находимся у его гробницы, Амира Тимура и его последователя, наследника всей этой династии, продолжителя Улугбека. Сейчас мы с вами отправимся в мавзолей. Самарканд, гробница мавзолея Амира Тимура. А наверху находится имитация могилы. Все, что видите, я ознакомлюсь с могилами, а потом ознакомлюсь со зданием. Первая могила, в честь кого было вообще сделано это здание, Мухаммад Сулейман. Посередине находится черный камень, нефрит. Это Амир Тимур. Его внук Мухаммад Султан, который был, можно сказать, в дальнейшем последователем и должен был заменить это дело, не получилось. Но его заменил Мирзо Узбек. Поэтому также он здесь захоронен. Часть 24 метра. Это специально сделано так, чтобы верхняя часть, которая находится в верхней части, 10 метров. Если же она будет потеряна, нижняя часть опять же сохранит свой облик. А как это видно, значит, это туда не будет. В верхней части висела люстра, она доходила до верхней части. Общий вес этой люстры был 49 999 москаль. То есть 200 килограмм золота висело. Пятигранники и квадратики также написаны имена нашего пророка, как Мухаммед был Мухаммед. Но нижняя часть его также знаменита тем. А нижняя часть также украшена камнями оникс. Это считается благородный камень. Этот камень привезен из Ирана. Видите? Полностью здание так украшено. Две могилы, которые находятся, были первыми. Они должны были удивлять всех тем, что когда солнечный луч попадает в 5 часов утра сейчас, например, он должен был пропускать оникс. А тот же меняет свой рассвет. Вот такое чудо было сделано. Когда же солнышко уходит, так же это все происходит. Теперь получается так, что здание внутренней части, она квадратная, в наружной части она восьмигранник. Из-за вот этих айванов она кажется огромной. А в айванах находятся сталактиты. Вы поняли, да, что это такое сталактиты? Да. А в них находится углубление. Это оглушает звук. Поэтому никто друг другу не мешает. Все орут, кричат, видите, не мешают. И то, что это в мусульманстве ничего не значит. Пророк Мухаммед сказал, когда же он завоевал Мекку, он вынес оттуда 360 идолов и собственноручно их уничтожил. У нас нету символа. Даже полумесяц и звезда, она была завезена в 18 веке турками. У нас и в Самарканде вы его не увидите, потому что его не существует. Это мода пришла. А это просто заполнение пустоты. Поняли, да, это что такое? И красиво, и таким образом мастера делают заглушку. То есть... Улугбек, черная, саркофаг, могила Амира Тимура и его сыновей. Отсюда солнце восходит, свет попадает на могилы саркофага. Здесь солнце заходит, также лучи попадают. Ну, немного, да? Да, сейчас. Ну, мавзолей святого Даниэля. Ну, по легенде он вообще был великан, да? Вот да, этот? Вот по легенде был великан. И еще по легенде говорят, что это тот сам камень ежегодно на сколько-то миллиметров вырастает. Сентября 2017 года, окрестности Самарканда, это где-то километров 5-6, и мы находимся в святом месте,
мавзолее святого Даниэля. Здесь сходятся три религии, три духовных конфессии. Это ислам мусульманская, это христианская и это иудейская. Да? Для всех святой Даниэль является духовным человеком. И вот рядом находится дерево старинное, фисташковое дерево. Когда-то давно это дерево засохло. Но в конце 90-х годов сюда приезжал патриарх Алексий II, окропил это дерево святой водой, и это дерево ожило. Ну вот можно поближе подойти. И постоять у этого дерева, возможно, дотронуться. Но чтобы дотронуться, как любого человека, нельзя просто дотронуться, обнять. Нужно спросить разрешение, позволит это дерево к нему прикоснуться, возможно, получить некую силу, энергию. И, конечно, это дерево несет в себе много истории на протяжении там многих веков, которые оно видело. И еще раз, это одно из мест, посещаемых в процессе практик саморазвития, самопознания, путешествия по Узбекистану. Самарканд, Бухара, Хорезм, Кашкадарья, Сурхандарья, да. И вот это последний день, крайний день перед отлетом, а завтра, 12 сентября, улетаю в Москву. Ну а сейчас мы еще раз просто насладимся этим прекрасным местом. Великий шелковый путь, который проходил в древности по Средней Азии. Улугбек. Открыватель звезд первый. Телескопа наблюдал за звездами. И вот это панорама. Панорама Самарканда. Мама, да, я все вот именно вот с того, да?